час ненастный, в час ночной, взяв луны прекрасный свет, серебристый жеребенок явился на свет. Таура, чудесный Таура, он как ветер свободным рожден. Таура, чудесный Таура, королем своей земли стать должен он. Между тайных горных троп, сквозь туман лесных равнин, тихо мчится серебристый, гордый исполин. Таура, чудесный Таура, он как ветер свободным рожден. Таура, чудесный Таура, величайшим из великих станет он. Серебряный конь. Вомбат на дороге. Природа требует понимания. Даже то, что на первый взгляд кажется кривым и заскорузлым, обладает и красотой, и пользой. Но человек, утверждающий, что любит красоту, гораздо больше любит удобство. Пришло время, когда человек захотел проложить более удобный путь в горную страну. И если это значит попрощаться с частью красоты, то так тому и быть. Однако это случилось чуть раньше, чем обитатели гор поняли, что их ждет. Где? А? Ничего. А? Ничего. Где? Где? Вот что я хочу знать. Где? Помолчи, пустоголовая всезнайка. Не облачко. Это не дождь. В воздухе не пахнет дождем, но звук такой, как будто гром. Очень странно. Ау! Ну, конечно, правильно. Специально становится там, где хожу я, и молчат. Но мы же говорили, Вомбат. Что, ходили? Вы не ходили. Вы стояли, как вкопанные. Ладно, где мой сын? Твой сын? Этого я точно не знаю. Ну да, конечно. Именно так, правильно. Как только где-то в горной стране что-то случится, прямиком к Вомбату. Звать его на помощь, нарушать его распорядок, мешать делам. Но как только помощь нужна Вомбату, никого это не касается. Минутку, Вомбат, это неправда. И откуда вообще нам знать, что у тебя неприятности? Откуда вам это знать? Откуда вам? Я же только что сказал, мой сын пропал! Или вы глухи? Надо его найти. Я очень беспокоюсь. Конечно, мы поможем. Где ты видел его в последний раз? Ну, конечно, как всегда. Как всегда. Только вопросы, никаких действий. Я с тем же успехом мог бы пойти искать его сам. Вомбата не переспоришь. С ним все в порядке. Да, со старым Вомбатом все в порядке. Ничего себе! Похоже, теперь ему действительно есть на что жаловаться. Ничего, у Вомбата толстая шкура, так что все в порядке. Попробуем пока найти Вомбата малыша. Ну, конечно, как всегда.
Мопок! Мопок! О, привет, Мопок! Доброе утро, Мопок! Еще не спишь? Прекрасное утро, не просто часть дня. Для всего мира и для меня. Ты случайно нигде не видел малыша Вомбата? Его отец сказал, что он потерялся. Подсказку могу я дать вам всегда. Услышите тявканье, идите туда. Тявканье? Не такая уж это подсказка, Мопок. Умом отличались всегда кенгуру. Ну и совы не глупы, имейте в виду. Вомбат идет, Вомбат идет. Ой, прости, Таура. Он Таура, а я Бенни. Пора возвращаться домой, малыш Вомбат. Твой отец беспокоится. Он тебя ищет. Как скажешь, Таура. Я просто играл со своими друзьями, и я... Очень хорошо. Игры с друзьями — это важно. Но сейчас важнее успокоить отца, так что ступай. Да, да, я пошел. Как всегда, как всегда. Да? Ничего, просто я всегда на что-то натыкаюсь. Это что-то был я. Твой дом в той стороне. Да, именно туда я и собираюсь. Спасибо, Таура. Пока, малыши Динго. Спасибо за игру. Пока, Вомбат. Приходи поиграть еще. Привет, Бенни, Таура. Что вы? Мы разыскиваем пропавших детей. Очень мудро. С тех пор, как люди начали строить эту дорогу... Какую дорогу? Рядом с ручьем проляжет она. 6 лошадей. Ее ширина. Не может быть. Зачем им это? Это правда. Разве вы не слышали шум? Это огромное металлическое чудище, которое ворчит, рычит и громыхает. Так вот, что это были за звуки. Это большая опасность для всех жителей горной страны, особенно для малышей. Поэтому я стараюсь не спускать с них глаз. Конечно, всегда что-то на дороге, как всегда. О, как обуры могут хоть лопнуть от смеха, но у них в голове большая прореха. А ты, Мопок, хоть гордишься собой, но для меня остаешься обычной совой. О, я поэт, это знает весь свет. Не нравится мне все это, Таура. От человека его чудищ в горной стране не жди добра. Тогда нам нужно пойти и самим в этом убедиться, так ведь? Видеть это одно, а сделать что-то это совсем другое. Слышишь? Гром прекратился. Боже ж ты мой, опять. Мусор, мусор и опять мусор. Теперь это все, что можно найти в ручье. Я до смерти устал подбирать всякое барахло за этой дорожной бандой. Ну, ни капли мозгов. Кажется, он очень сердит. Его нельзя винить. Кому нужно, чтобы ручей был доверху забит разными вещами, оставленными человеком? Ты далеко от дома, птица бич. Увы, нет. Теперь у меня больше нет дома. Придется искать новый. Это все из-за чудища. Кажется, нам нужно найти это чудище как можно быстрее. Это просто ужасно, Бенни. Разве можно так делать? Будет еще хуже, Таура. Наше горное царство сжимается. Дорога приведет сюда еще больше людей. Мопок, Мопок, я в печали весь. Коль нужна дорога, зачем именно здесь? Зачем им вообще приближаться к горной стране? Что им тут нужно? Ладно, хоть вершины, Орлиная гора и Часовой перевал останутся в безопасности. В низовьях им легко, но скалы не пустят их чудищ дальше.
Нам всегда будет где жить. Напрасно глядишь ты таким храбрецом. Дорога стать может нашим концом. Ах, только посмотрите, какая куча. Дар человечества горной стране. О нет, снова гарь и грохот и дым. Как бедным пернатым остаться живым? Что это? Ужас, ужас! О, нет! Там средь веток осталось гнездо. Кто, как не я, спасти должен его? Хорошо. Омлета не будет, но пожалели бы дерево, люди. Ты спас мои яйца, спасибо, Мопок. Все-таки ты не такой дурачок. Да не за что, право, чего уж. Ха-ха, готов я признать, что и ты неплоха. Сир, сир! Что за паника, ворон? О, всемогущий Бролга! Оно извергает огонь и дым, грохочет и гремит. Не пойму, о чем ты говоришь, ворон. Давай проще. Оно желтое, издает страшные звуки, валит огромные деревья и дышит ядом. О, ладно, ворон. Что за приз? Приз, ваше вселошадиное великолепие. Тому, кто отгадает твою загадку. Едва ли вы понимаете, могучий Бролга. Люди притащили сюда чудовище, которое пожирает горную страну со скоростью одно большое озеро в секунду. Что? Именно это я и пытаюсь вам сказать. Дым и шум — все это от того ужасного зверя. Вперед, ворон! Показывай дорогу! Слушай, сэр! Мы им покажем, мой грозный хозяин. Им не сойдет с рук то, что они вторглись в страну короля диких лошадей. Гром! Дождь! Все вверх дном! Катастрофа! Беда! Глядите, сэр. Ну, что я вам говорил? Так. Они думают, что могут превратить горную страну в бесплодную равнину. Мокрые бомбы-то идут! Мокрые бомбы-то идут! Привет, бомба! Что за спешка? Мокрая голова, мокрая голова!
Как всегда, нельзя спокойно отдохнуть дома, чтобы тебя не затопило. Затопило? Что случилось? Ничего, не обращайте внимания, никому не важно, что случилось с бедным старым Вомботом. Но мы все-таки выбрались, все до одного, целы и невредимы. Вомбат, ну, не совсем все. Что ты хочешь сказать? Твой сын. Его здесь нет. А? Он всегда здесь. Здесь, в самом конце. А? О! Где он? Где? Где? Мопок. Мопок. Что? Твой сын не пропал, но в порядке едва ли. Его рядом с чудищем страшным видали. Он достаточно взрослый, чтобы спрятаться от него. Он взрослый? Он только ест, как взрослый. Это все, о чем он думает. Будем надеяться, с ним ничего не случилось. Мы пойдем с тобой. Что-то здесь не так. Тишина. Я не слышу шума воды. Обычно здесь его всегда слышно. Я же говорил, у меня мокрая голова. Кажется, что-то случилось с ручьем. Очень странно. Что? Что еще? Ну, это уж слишком. С меня довольно. Мало им мусора. Так теперь еще и звери лишились водопоя. Возвращаю вам то, что вам принадлежит. А? Эй! В следующий раз избавляйтесь от них по-человечески или забирайте с собой. Ладно, старик, не шуми. Мы тебя поняли. Я успокоюсь, когда вы вернете мне мой ручей. Чертовы идиоты. Я знаю, это вы виноваты в том, что наш ручей пересох. Страшно представить, сколько домов, зверей и птиц вы уничтожили. Кажется, наш старатель хочет вложить им немного ума. Да, очень кстати. А я бы просто взял, завел это чудище и вышвырнул бы их всех из горной страны. Даже это, к сожалению, не восстановит тот ущерб, что они уже нанесли. Верно. Некоторые из поваленных ими деревьев стояли здесь сотни лет. Вот так, о великий борец с чудищами! Вам надо отдохнуть после того, как вы устроили этим незваным гостям хороший урок. Я уверен, что вижу на этой штуковине небольшую вмятину. Какая смелость! Какой напор! Я не видел ничего подобного с тех пор, как Таура прыгал через ущелье. А что? Я не хотел вас обидеть, сир, конечно. Я не заметил это слабое, тщедушное создание, управляющее чудовищем. Только великий Бронго мог решиться пойти в открытый бой с непреклонным металлическим клацающим существом, которое никто не может остановить. Я так и знал. А вам приходило в голову, что вам тоже будет нужна вода? А бедные животные? Как же они? Хорошие же инженеры. Ладно, ладно, мы заведем бульдозер и все очистим. Давай, заводи, Фрэнк!
теперь надо выяснить, где твой сын, Вомбат. Мой сын, что-то случится, а я чувствую опасность. Бенни, смотри! О, нет! Малыш Вомбат, осторожно! Он не слышит тебя в этом грохоте. Бенни, сделай что-нибудь скорее! Я никак не могу помочь! Я думаю, думаю! Скорее сделайте же что-нибудь! Эй, посмотрите, сумасшедший кенгуру! Что случилось, дружище? Что такое? О, нет! Малыш Вомбат! А? Остановитесь! Стоп! О, нет! Я не могу на это смотреть! Спасен! Ура! Ну, иди, малыш, назад к своей семье. Хвала небесам, ты цел. Ой, да прекратите! Что вы это за шум тут подняли? Фу, едва успели. Да, спасли в последний миг. На скольких не спасли и сколько зверей лишили своих домов? Да, кажется, мы об этом не подумали. Стройте дороги, если нужно, но помните, что здесь их дом, а вы тут только гости. Только посмотрите. Ну, конечно, как всегда. Мокрая нора – это то, что нужно при моем ревматизме. Это плохо, Вомбат. Но хотя бы твой малыш спасен. А ведь это главное. Да, ты прав. И спасибо тебе и Бенни за вашу помощь. Не за что, Вомбат. Обращайся. Для жителей горной страны человек может быть опасен по-разному. Совсем скоро он принесет в их жизнь ужасный и разрушительный лесной пожар. Авторы сценария Джон Стивенс и Джуди Малмгрин. По книге Элайн Митчелл «Серебряный конь». Композитор Тасос Ионидис. Продюсеры Колин Джей Саут и Джон Татулис. Режиссер Джон Татулис. На русский язык фильм озвучен студией «Пифагор» по заказу ГТРК «Культура».